Всем привет. Привет. Мы в магазине Макс. Как-то делали видео, только в другом моле. И Наталка здесь нашла какие-то еще более-менее нормальные джинсы, которые нравятся в мужском отделе. В мужском отделе, потому что в женском вообще ничего нет. А ну, покажи. Вот такой цвет она искала. Вот такой именно джинсы. Так я извиняюсь, у мужчин какое разнообразие джинсов. Так, кстати, вот за 10 дирхам, да, оно, вот такая вот уже для Наталки маечка уже лежит куплена. Джинсы пойдем померяем. То обычно я в мужском отделе покупаю джинсы и футболки. Теперь уже Наташа переключилась. Потому что просто что в женском какие-то просто варианты, аж три штуки. Ой, такой грязный цвет, грязный, хороший, да? Такой. Ах, вообще такие старые добрые джинсы. А ну, так, лайфхак, кстати, те мы только что примерили с лайфхаком, маленькие. Те маленькие будут. Да, мне надо. Ну вот просто разнообразие цветов в женском отделе, просто три варианта и какая-то фигня реальная. А, стоит одна пара 55, а две за 95. Ну, тут вообще разные. А интересно, с юбками это тоже работает? О, ну кстати вот. Сходится, да? То есть, а с юбками? Эти можно брать на примерку. А интересно, сколько это стоит? Это 70, слышишь? Это... Давай померим, интересно. Грязь на это так 70. Стоит. Настоящие джинса так 70. Ну, давай померим, по крайней мере, будет интересно посмотреть. Стрейч. Что это значит? Встречи, ну тянутся вот, вот смотри, здесь мы тянутся. А, вот так вот. Да, кстати. Сколько стоит? 32 стрейт прямые, эти сколько? 55. То смотри, тут все по 55, я уже сказала, а пара 95, то есть два по. А, типа две покупаешь будет. Я не знаю, те за 70 можно спросить. Ага. Далее. А вот это вот какие-то, эти же, наверное, да? Ну да. Ну тут, кстати, удобно. Знаешь свой размер, сразу тан-тан-тан, берешь, смотришь. Есть, это стрейт, это слим. Вон какая модель стрейт, какая слим. Ну так удобно сделано. Ну, в Максе. В принципе, не у всех магазинов. Так, ой. Аккуратненько. Чуть не упало. Вот мы уже в Carrefour, чтобы еду купить со своими пакетами. Иначе платить нужно за пакеты. Пакеты уже платные во многих магазинах. Так, ну что? Пойдем померим. Да, пойдем померим. Интересно, слушай. Я же говорю, что так обидно, что в женском вообще ничего нет. Я, кстати, покажи мои. Цвета ужасные. Покажи, в каких я джинсах сейчас. А. Вот эти мы джинсы покупали в Дубае за 30 дирхам. Просто вот классные вот эти вот. Тоже в Максе. Но я не помню, в каком отделе. Наверное, в женском. В женском. Все мужские и длинные. А вот что-то я в женском отделе нормально купила. А сейчас ничего такого нет. Так что пойдем сейчас Наталка померяет мужские брюки. Это будет очень прикольно, если ты их купишь. Ну, посмотрим. Да? Да. Наталка шла, остановилась. Так, вот такая прелесть няшечная. Шортики это. Шортики и кенгурушечки. Он такой цвет, он более такой оливковый. А здесь в камере он зеленый. 40 дирхам. Божья капрель. Ох. Ну, это вообще для деток классно. Что ты для меня такого не сделал? Мне надо вот такая вот нравится. Ага, как это стоит? Бейсбольная такая. 50 дирхам. А, так это... дирхам. Нет, тоже наборчик. А, тоже шортики, да, слушай. Класс. Ну, в общем, кто в Эмиратах, кто в Максе. Вообще классные наборы, варианты. В принципе, Макс непоганый такой магазин. Непоганый. Очень бюджетный и это качество неплохое. Пошли мерить. Да. Кстати, вот раздевалка. Ну, много мы вам показывали раздевалок. Здрасте. Ну, так себе, честно. Какая-то, во-первых, здесь очень холодно. Во-вторых, она какая-то грязная. Не знаю, вот. Какие-то такие, ну, блин, извиняюсь. Кабинки. Даже неприятно зайти. Слушайте, а куда здесь вещи положить? Ну, хоть крючки есть. То есть стоять на холодном полу чешу. Чи взять какие-то майки, мерить и на них стоять. Ну, не знаю, так себе, конечно. Лайфхак прям. Ну да. Привези тебе какую-то маечку. Зачем? Все, Наталка готова выходить. Кстати, говорит, если будет плохо, она не выйдет. Значит, неплохо. Ну слушай, о, ты еще и мальчику одет, сказала, я мерить не буду. Такой цвет в камере обалденный, кстати. Не, красиво. Вообще, на самом деле, она немножко темнее, в камере она такая же ярко-синяя. Ну, слушай, ну вообще,
Слушай, это мужские джинсы? Да, серьезно? Это класс. Но, видишь? А, больше, да? Это все-таки мужские джинсы, потому что, ну, другая совершенно. Но цвет мне более не нравится. Цвет сейчас классный, чуть-чуть. Подожди, да, я посмотрю цвет. Ну, нехорошо. Вся такая гусеничка. Тут складочки. Тапочки хорошие зато у тебя. Тапочки зато хорошие. Пойду тебе еще померяю. Как ты сказала, грязные, да? Грязные джинсы. Итак, номер два. Джинсы номер два. Мужские на Наталке. Угу. Тебе грязновато, ну да, и как-то. Что-то ты грязновато. Угу. Такие. Ну что, как ну, себе? Ну смотри, вот длина, видишь, сколько я подвернула? Ну да, прилично. Видишь? То есть, ну понятно, что я здесь не буду носить. Вот это вся длина. А те какие-то лучше были, да? По длине. По длине? А я же тоже забыла. Ну можешь пройтись туда? Да, туда? Да, туда. Ну нормально. Ага. И обратно. Нет, не, ну конечно, их надо отнести к Тейлору, к портному и подравнивать. Там. Не, ну да, как бы. Или везти в Киев и подравнивать за, ну, за совершенно другие деньги, недорогие. Не, где-то, может, есть нормальный Тейлор. Мне, помню, пуговицу пришивали там за $5, по-моему, да, за 20 дирхам. Угу. То есть там дофига было, сколько стоит джинсы, и чтобы они еще рукастые были, это. Не, ну в принципе, как бы, ну, смотришь, ты прикольно, особенно в этой маечке уже такое, типа, ай, класс. Так, чтобы в уморок упасть, ну, в принципе. Не, вот цвет реально, как ты такая, такой вот. Да, ох, грязный, такой. Классный. Как раньше было, но раньше еще больше было такого. Даже не вижу, камера передает или нет этот цвет. Лазури какой-то было больше. Ну, в женских вообще такие цвета, господи. Я сейчас постараюсь пойти туда, если никого не будет, просто снять, показать им женские. Этот ужас, что вообще сейчас просят продать. 70. Эти 7. По времени. Да, 70, да, уже. В принципе, мне удобно, мне комфортно. Ну, рост, конечно. Ну, это мужские, что ты хочешь, как бы и так. Что ты хочешь, хочу рост. А что, мужчины все такие прям монстры ходят? Ходят вот такие. Хорошо, давай ты. Ну вот так, народ. Не Наталка просто, померяла значит. Мужские брюки и как бы лайков накидайте, пожалуйста. Так удобно, стретчивание, да? Да, качество хорошее. Мне нравится. Ну, зато будем знать уже лайфхак, что в Максе можно мужские делаете. А я что-то давно подумала, что я не хожу называться. По мужским не промышлял. Потому что в женских очень. Да, очень. Что странно. Бедося, короче, в женских. Так, все, сейчас. Мужские платья это уже делают, то, наверное, я туда точно буду. Платьишки кондорки. Все, Наталка машет вам, а я пойду постараюсь там в женском отделе вам снять там этот вообще какой-то ужас, который там есть. Ну вот, смотрите, прям продавцы складывают, я, чтобы не мешать им, в засаде сижу. Вот. Скини и супер скини. Вот как бы мало, очень мало, и размеры такие вообще маленькие, ну я не знаю. Правда, от 40 дирхам, но тоже это вся акция. Сейчас ближе подойдем. Ну, просто вот какие-то они узкие, маленькие. Ну, посмотрите, моя рука, это, ну, я не знаю, пролезу ли я вообще в эти джинсы. Ну, как-то тоже 55-95. Ну, честно, вообще, мы подходили, смотрели, вообще никакие просто. То есть в мужском гораздо много, гораздо больше разнообразия и интересные. Ну, как-то так. А сам магазин Макс прикольный. Очень много вещей. Спортивные, женские топики, всякие распродажи. Вот платьишко по 30 дирхам Наташа смотрела. Ну, прикольные есть вещи. Просто уже этих платьишек у Наташи, как у меня футболочек. Вот такие платьишко прикольные. Вот реально, вот 30, ну, 30-50 где-то стоят. Вот. Магазин очень большой. Это мы в Эляйне. Представляете, какие магазины есть в Дубае, Абу-Даби и Шарджа. Вот такой сегодня шопинг мужской. Надеюсь, вам было интересно. Все, всем спасибо. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем классного шопинга.